тачку. Это чья машина, Макс? Он угнал мою тёлку, я угнал его тачку. Где мой Кадиллак? Не надо! Короче, гусь чисто случайно под раздачу попал. Я не рву машину! Через 3 дня. Иначе вам пить. Ну и где мне с тобой заныкаться теперь? Гусь, раньше времени этих страшных людей не расстраивай. Ты скажи, что я все найду. Верну, хорошо? Сколько стоит у вас человечка похоронить? 300 000. Рублей, баксов. Ну, рублей, конечно. Здесь кто-нибудь есть? Да. Это что? Это его член. То, что от него осталось. После взрыва. Что-то пойдет не так, закопаем вместе с ним. Брон, у меня теперь нужны деньги, чтобы этот Кадиллак перевезти из Африки в Пензу, понимаешь? Макс, хорош врать, ты угораешь, что ли, а? На, ужинать пора. Это что? Гвоздь через плечо. А это ящик Пандора. Быть или не быть? Лукоморье, Пензенская область. То снег летом идет, то пришельцы прилетают. Гусь, привет. Нахера нам тут бахилы? Мы ж в космосе. Magic people, voodoo people. О, Кадиллак. Вали. Вытащи нас отсюда. Братан, ты как там? Это теперь мои кореша. Три я! Один на один! Откуда здесь взялся ермольник? Мышек не было, вот убил. Гусь, бабки займешь мне или нет?